80% потери. 80%, ебать. Это у вас сколько там человек? Было 500, осталось меньше сотни. Мы сейчас просто дать кальция. И выехать сложно просто. Без авиации, блядь. Это минимальные шансы, что, блядь, 20% нахуй отставлять, что мы выехаем, нахуй. Без авиации. Почему мне Полтава сегодня говорил, что у вас авиация? Да какая авиация? У нас один истребитель, нахуй, уничтожили, ебать, наш, нахуй. Все, блядь, авиация, ебал, я в рот очкует летать, нахуй. Сколько я здесь нахожусь, нашей авиации, я только видел один истребитель, нахуй, все, ебать. У нас осталось, ебать, два танка, нахуй, боевых, ебать. Одна шилка, хули, и мотолыги, три, хули. А, две мотолыги, хули, и все, ебать. Больше нихуя у нас нет, хули. Пока мы здесь стоим, у нас уничтожили, ебать, 13 танков наших, нахуй. Боевых, блядь, 13, нахуй. И два танка вот осталось, хуй. Бля, столько пацанов потеряли, ебать. Доржик, хули. Арсалан, хули. Арсалана вот увезли, хули, ебать. Да. 300-го, хули. Без ноги, хули. Без двух ног, ебта. Без руки, нахуй. Одному вот Доржику вообще пиздец, голову просто оторвало, ебать. Я боже. Просто смотрю, вытаскивали с окопа хули. Просто, бля, я его хватаю, просто и поднимаю капюшон пытаюсь откинуть, и просто, ебать, смотрю, просто без головы хули. Я просто в ахуе, ебать, что творится. Ну, Доржик хоть хули там, более-менее хули, дотянул хули там. Ну, блядь, инвалид на всю жизнь хули. Все заебанная война, сука. Кому она нужна, сука, я хуею. Просто никому. Когда арта нас накрывала, я ебать, я думал, все, пизда вообще, ну. В окопе лежу просто ебошит. Просто ебучих нахуй, блядь. 19 ракет нас в лагере ёбнуло, ебать. Это было что-то, ебать. Я думал, все, просто лежу в окопе, блядь, за пацана схватился вот так. Думаю, все, ебать. Нам пизда, нахуй. Просто пизда. Да у нас это вот, же... ебать, мотолыга, хули это, пока туда-сюда связь, грязь, хули, ебать. Пока дотащишь, хули, пока командиры там ебучие, блядь, пидорастические, блядь. Между собой там что-то, блядь, договорятся, нахуй, блядь. Да столько времени проходит, час-два, хули, ебать. Через часа-два его только увозят, нахуй, блядь. До штаба армии там, блядь, 7-8 километров, нахуй, блядь. Двухсотые, они вообще, они до сих пор лежат просто вот на земле, хули. Трехсотых увозят, хули, блядь, а двухсотые просто вот лежат, хули, блядь. Они до сих пор вот, блядь, лежат возле окопов, нахуй. Ебану, вот, что это за хуйня вообще, блядь.